Так, ребята, всем привет, с вами, как всегда, я Федос. Сегодня у меня новое видео по Монах 2, это реальная жизнь школьника. Так, ребят, мы сейчас едем в школу, но потом, как всегда, подрифтим. Да, я, кстати, это... как вам сказать? У меня есть уже, я там тренера себе сделал такого по дрифту, потому что вот чем закончился вчерашний дрифт. Вот так вот вся бочина помята. Вот, мы сейчас в школу, ребята, и я сейчас пойду на урок. Ну, как всегда, куда же еще мне в школе быть? Так, ребята, идем, и приходим в наш нужный класс. Так, ну что, ребят, я буду пока ждать своих, ну все, всем пока. Так, ребята, ну все, у нас закончились уроки, мы сейчас едем на работу, ну а потом уже в школу, а нет, сейчас посмотрю пока, блин, нам сейчас надо именно в школу дрифта, сейчас я на нее метку кину, просто я не знаю, как, куда ехать, второй раз на тренировку еду, и так почти будет каждой серии мы будем ездить дрифтить. А где кабан, это уже потом скажу. Нет, он не на штрафстоянке, он до сих пор прячется у Димона в гараже, кабан мой. Мой кабан реально прячется у Димона в гараже. Тихо. Что, юзер Майбах выиграл? А, типа, тут уже можно Майбах выиграть, понял. Кстати, может мне 250 алмазов поднакопить и открытие сделать для вас? Это потом узнаем. Тихо. Я въехал в Мустанг, я виноват, а не он. Блин, буханка. Так, ее подрезаем. В принципе, я даже не нарушил, но зеленый же проехал. Так, ребята, едем дальше. Да блин, а! Ребята, все. Ну ладно, я там хотя бы дрифчу не на этой машине, там мне другую машину выдают. Что, боже? Что? У меня машина взорвалась, ты это понимаешь? Ну а как это тупо просто. Если честно, видео сейчас пошло не по моему плану, ребят. Ну ладно. Погнали пешком, что делать-то? Так, ребята, бежим. Да, ну мы уже, в принципе, тут. Но мне надо только до кабинета еще дойти. Ну, в кабинет дойти. О, вот моя тренировочная тачка для дрифта. Вот мы у него попросим эту тачку, чтобы он нам ее чуть-чуть одолжил, чтобы когда кабан заберем. Так, ну что, я буду ждать инструктора. Блин, как бы сесть. Ладно, пока попрощаюсь я с вами. Так, ребята, ну все. Мы, инструктор уже в машине сидит. Это как вождение, но на самом деле нет, это дрифт. Тут даже номера, вы можете сами прочитать. Хасанатор, мой региончик, в этом региончике я проживаю. Тихо. Каждый поворот заходи боком. Ок!
Тихо, тихо. Ой. Блин. Да ничего. Тренируйся. Да. Из тебя, конечно, такой дрифтер. Да извините, блин. Давай, Витя. Да блин, ну почему у меня постоянно? Молодец, Витёк. Так, давай дальше. Оп, красава. Оп. Вот это ты не молодец, вот это ты впервые такое исполняешь. А вы живы? Да я-то жив. Блин, ребята, я прям вылетел на этой тачке. Но если честно, мне тут ничего платить не надо, ребят. Поэтому пофигу. Так, у нас 10 минуток до окончания. Угу. Ребят, я тогда с вами пока попрощаюсь. 10 минуток все-таки заниматься это не очень. Так, ну все, ребята, я уже инструктора отвез и круг накрутил. И да, он мне отдает эту тачку. Он мне еще там 10 тысяч рублей дал на ремонт, прикиньте. Вообще кайф, да? Десять тысяч, я сейчас еду к себе на работу, и у себя на работе ее починю за 5 тысяч. У меня еще 5 тысяч будет. Пацаны, что это вообще для меня. Можно месяц прожить. А вообще, я там коплю на кое-какой внедорожник. И, кстати, да, скоро мы у Димона поедем за ВАЗиком. Именно в следующей серии мы поедем к Димону за ВАЗиком. Ух. Вот это я зря. Смотрите, на что эта Волга способна. Согласитесь, я на дороге лучше. Понял. Понял, принял, обработал. Моя тачка прям дымится. Надо быстрее до работы доезжать. Не, да тут даже дрифтом никак не поможешь. Он мне сказал, есть такая турбопедаль, нажимаешь. Ну да, да, тачка рили побыстрее. Сигналим прохожим. Ну куда этот коп идет? А, да, теперь у меня из этого копа сейчас будут проблемы. Ладно, у меня там кое-что есть, взятки. Да, там маленькую сумму такую мы предложим, и все будет ок, хорошо. И ничего не будет. Так. Вроде пока за мной постов никаких нету, вертолетов тоже никаких нету. Так. Поехали. Блин, на 10 минут опаздываю. Красный свет, а на Мираж даже не рабочий, прикиньте. Это же именно для этой школы эта тачка сделана. Вообще кайф. То, что типа тут номера просто хасанатор, на них штрафы не приходят. Ты вообще сколько хочешь дрифти, сколько хочешь на красный проезжай, штраф тебе не дадут. А, весточка догоняет. Ой. Так, ну все, мы почти на работе. Так, уже на 11 минут опаздываем, ребят. Загоняем ее к себе. Так, тихо, не врезайтесь. Ага, понял. Ребят. Берете вот так вот пальчиком вводите, у вас такая шестереночка. Нажимаете. Разработчики, удалите это меню реально. Каждый игрок про него знает почти. Все, меня тут не было. Это так, я для ролика делаю, я так это почти не пользуюсь в одиночке. Только для роликов. Надо вот эту, ребята, вес тот отогнать, блин, ментовскую. Он, блин, взятку, я ему такую большую денежку дал, и он это аж тачку мне оставил.
А я не буду эту весту забирать. Мне не нравятся весты. У меня была веста. Такое днище. Ненавижу весту. Я против вест ничего не имею. Это просто так говорю на видосик. Все машины по-своему хорошие, ребят. Запомните эту фразу. Если кто-то там будет говорить, что, допустим, Мерседес этот, БМВ это, типа то, что они все такое. Просто говорите, своя машина по-своему хорошая. И все. И считайте вы Сигма. Ну все, ребят. Погнали, ладно, уже работать со своей тачкой этой. То эту весту забьем на нее. Она мне не нужна. Валере ее подгоним. У Валера как раз тачки нету. Ну все, ребят, в принципе, оделись. Так, вводим вот этот вот код. Вот эти вот два кода вводим. Делаем скриншот вот это, скриншот этого кода. И вот этого кода, ребята. Ну, погнали работать, друзья. Так, давайте пока со своей машинкой разберемся. Валер, сколько будет ремонт стоить? Блин, как раз 8000. Ну, ладно. Ну, все, ребят, починили. Смотрите, как новенькая. Примерно за 9 минут управились. В принципе, очень хорошо так. Смотрите, что можно исполнять на ней. Чисто в рабочий день, в рабочие дни, будни я дрифчу на машине. Да, ну, конечно, то, что приоры мы лишились, это очень плохо. Там еще был маленький шанс ее спасти, но как она взорвалась, только как она загорелась. Блин. Там же это... Я там со своим этим... Ну, другом, с которым мы очень плохо дружим, постоянно ссоримся, он сказал то, что это игрушка, и не беспокойся, типа. Там же, помните, была такая на фаре? Я думала, это реально игрушка, ничего не будет. А походу он ехал за мной, и вот что произошло. На этом он. Блин, там уже тачка приехала. Надо бы-ка ее сейчас сделать и уматывать. Так, ребят, сейчас я сделаю эту машину, и будет все очень хорошо. Так, надо вот так поставить бампер. Так, так, так. Ну все, ребят, поставили, в принципе. Скоро за ней уже приехать должны. Все, ребят, поехали. Так. Едем, ребята, дальше. Так, вот так, вот так, вот так. Тихо, тихо, тихо. Так, ребяточка. Едем, едем, едем. Погнали по такому пути, по которому мне нигде никто не помешает и нигде не будет потока. В принципе, все, приехали. Тихо, тихо. Ну, в принципе, один светофор срезали, это очень хорошо. Ну, а зачем это мы это делали? Ну, на внедорожье проверили этот дрифтик. Но она точно не предназначена вот для этих, видите? К тому же мы ее помяли. Иу! Бандит. Оп-оп, прям на светофоре раздаем. Показываем всем, что тут нельзя ехать. Слышь, ты куда прешь? Стоять, я тебе сказал. По факту я виноват в ДТП. Но мы сейчас с ним разберемся. Сейчас мы с ним разберемся. А-а-а, троллим. Слышь? Ты кого там кидаешь? Ребят, у меня есть такая вот штучка. Она мне предложена для таких, как он.
оп, так сделали, и все. Все ваши проблемы решены. Лео Макс. Эй, почему я не могу закрыть машину? Погнали вот так срезанным путем. Короче, я сейчас поеду за кабаном. Ну, а я приехал так домой, чтобы перекусить и с вами попрощаться. Блин, надо вот это говно снять с крыши. Это чисто шестерку как купил, ребят. И вот это прям на шестерке такая же от деда идет. У какого-нибудь деда шестерку берешь. Как она там называется? А, багажник, только на крыше. Блин, упади, пожалуйста. Есть же такой способ. Есть же такой, да, способ. Называется, как скинуть забор. Все. Лео Макс проблему решает. Ну все, ребят. Буду с вами прощаться. Опять вводим же мой кодик. Два моих кодика вводим. Поддерживаем Федосова. Ну, а я буду с вами прощаться, ребята. Всем пока-пока!